Моя страна Россия. На 25 вопросов по географии в единый по всей стране день отвечали сотни респондентов. Участники диктанта – все, кто пожелал проверить свои знания. Школьники, учителя и просто любители путешествовать. Сейчас положение географии сложное, потому как в вузах она требуется очень мало, в каком вузе. Поэтому школьники уделяют не очень большое внимание географии, к сожалению. Свою будущую жизнь не думаю связать с этим предметом, поскольку у меня немножко иные интересы. Но изучать ее – это полезно, поскольку путешествовать, я думаю, многие любят, и поэтому знать ее – это хорошо. Массовый диктант по географии в России проходит впервые. До этого жители российских городов испытывали свои знания только на диктантах по русскому языку. Представители географического сообщества надеются, что тест на знание просторов своей страны позволит улучшить знания географии у россиян. Когда оргкомитет проанализирует такое огромное количество работ, это как раз и будет вот тем стимулом, чтобы внести какие-то, может быть, коррективы, изменения в образовательные программы школьные и высшие школы, там, где изучается география, для того, чтобы осознать, по какому пути дальше мы должны двигаться. Результаты можно будет узнать после 10 декабря, введя свой идентификационный номер в специальном разделе на сайте Всероссийского географического общества. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.